Здорово-здорово, дорогие подписчики, зрители, гости канала. Сегодня мы продолжаем играть на Next Roleplay. Ребята, я 3 месяца не заходил на проект, и сегодня у нас реально много чего поменялось. Много чего поменялось в промокодиках, также в моем промокодике сейчас более жирная выдача. В общем, ребята, сегодня мы, конечно же, посмотрим на как раз-таки новые промо, которые появились за этот промежуток времени. Сразу хочу предупредить, что некоторые из них будут ограничены во вводах, то есть где-то будет 20 вводов, где-то 50. Имейте это в виду, и если вы будете смотреть там через недельку, соответственно, они у вас не сработают. Ну, заранее предупреждаю. Также, ребята, если хотите играть вместе с нами, то переходите по ссылочке в описании, скачивайте проект и заходите на сервер Байкальский, устанавливайте игрушечку, и я буду играть вместе с вами на сервере Байкальский. Ну, а также, ребята, не забывайте о моем промокодике, клавиша F2, магазин, нажимаете, получаете. У вас открывается витрина, и вот сюда нужно писать такой промо, как Федоров, благодаря которому, нажав применить, вы получаете, так как я уже его вводил, у меня не сработает, вы получаете очень жирные призы. Ранее я точно знаю, что выдавалось 2 недели премиума, стартовый пакет и тачка. Сейчас, честно сказать, я не знаю, что выдается, но мне сообщили, что все поправили, улучшили, усовершенствовали, поэтому там реально, быть может, даже Бугатти будет выдаваться. В общем, напишите в комментариях, что дропнулось исключительно вам. Ну а сегодня, ребята, как я уже сказал, мы посмотрим на новенькие промокодики. И, конечно же, все промокодики нужно будет вводить в магазин витрина. Аккуратно! Молодой, блин! Давайте где-нибудь здесь припаркуемся, ребята, и быстренько посмотрим на наши новенькие промо. F2 снова открываем. Кстати говоря, есть еще реферальная система. Вот именно этот промокодик, если вы скопируете и его впишете вот сюда, вы, соответственно, будете получать приятные плюшки. Я, соответственно, от этого промика, от того, что вы ввели, тоже буду получать приятные плюшки при достижении какого-либо вашего левела. Ну а после я могу в магазине что-нибудь купить. Соответственно, ребята, в любом случае, вам полезно, и вам хорошо, и мне приятно. В общем-то, как-то так. Далее, ребята, прямо сюда вы вписываете UT Next RP и вот такой вот промокод GIFT. Ребят, данный промокод дает вам начальную, вот эту только удалите, начальную тачку и бонус для новичка. Кстати говоря, для новичка есть еще и промо DS50PK. Он вам дает 3 дня премиум аккаунта. Конечно, промокодов очень много, и некоторые промокодики дают не только премиум аккаунты, тачки и много всего, а также и деньги. Да, ребята, на Next Roleplay можно заработать халявно деньги. Не работаем. Ну, а просто введете парочку промиков. Давайте-ка вместе с вами, конечно же, их и введем. А, опять-таки, магазин, витрина, и вот сюда потребуется вам писать такой промо, как Хера. Получите 30К. Далее промокод CASEDROP. Вот такой промокодик, получите также 30К. Еще нужно вписать промо ONLINE1, и вы получите тоже 30К. И последний промокод на бабки ADMITTED1, тоже получите 30 тысяч на свой баланс. В общем-то, ребята, по сути, вы получаете примерно 120 тысяч игровой валюты, и на эти 120 тысяч можете попробовать купить себе какой-нибудь русский автомобиль с 3 днями премиума, который вы также получили. Вы можете максимально быстро качаться, также стартовые пакеты позволят вам не заправлять тачку и ремонтировать ее спокойно, ну и таким образом можете зарабатывать на работах, на более какое-то лучшее авто. А если вы, допустим, хотите купить сначала квартиру, и вам пока что не нужно авто, но вы были бы не против, если бы оно у вас было абсолютно бесплатно, то такие промокодики также, ребята, имеются. Давайте-ка я покажу вам 2 промика. Один из них — это на Renault Logan. Опять-таки F2 главное. Магазин, точнее. И вот сюда нужно вписать будет вам такой промо, как GGEQ0C. Вот такой промик даст Renault Logan на целых 5 дней. Также, ребята, есть промокодик на Kia Rio U7A. Получается 15E. Вот такой вот промокодик даст вам Kia Rio также на, получается, 5 дней. То есть, по сути, у вас... Ну, 10 дней будет для раскачки вашего персонажа, бесплатные тачки, халявные бабки, а также, ребята, есть и аксессуары, да, действительно, аксессуары, которые преобразуют вашего бомжатского персонажа в начале игры, потому что реально там персонаж дается самый такой простенький, вот, и опять-таки, вы можете получить такие аксессуары, как, допустим, маска коня, и для этого вам потребуется писать LKDU3G, вот такой вот промокодик, он даст вам маску коня. Ребята, также есть промокодик 5NM9LS, вот такой вот, ребята, промокодик даст вам аксессуар кота.
Титана. А есть еще, кстати, промокодик на адские крылья. NN1KG. Вы получите именно эти адские крылья. Еще, кстати, можно получить под паху, получается, дагестанскую NFANNO. Вот такой вот промокодик даст вам как раз-таки дагестанскую папаху. В принципе, вы приодеты, вы на тачке, вы с деньгами. Что еще надо? В любом случае, мне кажется, надо вступить в банду. А для этого потребуется как минимум эта лицензия на оружие, ребята, патроны. В любом случае, они необходимы вам. И опять-таки, даже есть некоторые промо, которые позволят вам получить это все тоже бесплатно. А еще и 5 карточек выхода из тюрьмы и 5 ремкомплектов для починки после реального тулева. Ребят, давайте-ка мы в любом случае также это все сейчас ведем где-нибудь здесь, вот, да, в подворотне, чтобы мало кто нас видел. Отлично, вот так вот останавливаемся, полетели. Опять-таки магазин, введите промокод. И давайте-ка впишем F, получается, QG, MUA. Вот такой вот промокодик, ребята, вам даст как раз-таки лицензию на оружие. Теперь на, получается, патроны КСЛК-3I. Вот такой вот промокодик даст нам как раз-таки 200 патронов на пистолет. Далее промокод DQG7V. Данный промокод вам даст 5 карточек выхода из тюрьмы, если вас реально повязали копы. Ну а также K2G и, получается, P и J. Вот такой промокодик как раз таки даст вам 5 ремок для того, чтобы починить ваше авто в случае, если вы реально там что-то прям намутили жесткую какую-то тему. В общем, ребята, на этом я думаю, что мы закончим вводы наших промокодов. Опять-таки напоминаю, что какие-то из них могут уже не работать, если вдруг вы, допустим, вписываете их, ну, там, не самыми первыми, а через какое-то время, то, естественно, быть может, уже кончилось, конечно же, их время действия или же просто количество активаций. Ну, а также, ребята, жду вас на Байкальском, ссылочка на скачивание проекта есть в описании, приходите обязательно, играйте вместе с нами, всех ожидаю, хорошего настроения, всем удачки и пока-пока!